Хочу сегодня приготовить вкусные баклажанчики в духовке. Баклажаны вееры с начинкой, да, получается. Они очень вкусные. У меня помидоры, лук, картошка, чесночок. Чеснока должно быть столько, сколько вы любите. Соответственно, баклажаны. Твердый сыр, я его уже натерла. У меня была жирная сметана, и я ее разбавила себе жиренным йогуртом, то есть понизила жирность. Сметанка, зелень уже для сервировки блюда. Приступаю готовить. В первую очередь нам нужно нарезать баклажанчики, сделать из них вееры. Вот такие веерочки можно сделать из баклажанов. Еще раз покажу. Не дорезаем где-то пол сантиметра до плодоножки. И вот так это все получается. Немного прижимаем, чтобы веер раскрывался. Нам тогда удобнее будет фаршировать баклажаны. Что я делаю дальше? Я присаливаю баклажаны немного и отставляю их на какое-то время, пока они не пустят сок. То есть, чтобы горечь немного ушла. В Германии баклажаны горчат. Баклажаны отстаиваются, пускают сок. Мы занимаемся овощами. Все овощи нужно нарезать кольцами, кружочками. Приготовим заливочку для баклажан. Как я уже сказала, у меня сметана, смешанная с обезжиренным йогуртом. Если вы не на правильном питании, вы можете просто жирную сметану, вы можете даже майонез. Я добавляю натертый сыр. Сыр вы можете также использовать любой, какой вы любите. Выдавливаем чесночок. Это вкусно и полезно. Очень неустойчивый заяц с солью. Присолить, приперчить по вкусу. Сюда же я добавлю совсем понемногу красной паприки. Куркумы. И зира. И все нужно тщательно перемешать. Баклажанчики отлежались, и я начинаю фаршировать. Несколько штук, парочку штук я сделаю с картошкой и пару без картошки, потому что я сейчас стараюсь меньше кушать углеводов. Соли, я думаю, баклажанов достаточно, когда я присаливала. Если вы любите болгарский перчик, то точно так же можно сделать и с перцем баклажаны. Тоже очень вкусно. Такой красивый баклажан получается. И сверху покрываем сырно-сметанным соусом с чесноком, с приправами. Это получается очень-очень вкусно. Все то же самое я делаю с остальными. В таком виде я отправляю баклажаны запекаться в духовку, разогретую на 180 градусов, где-то, ну, на 40 минут.